Интернет – огромная сила. Благодаря нему люди могут спасать жизни. Так, в одном из городов американского штата Нью-Мексико долгое время жил один пес. По далеко не самым гуманным правилам, распространенным в приютах, животных, которые не находят себе новых хозяев, усыпляют. Волонтеры организаций по спасению животных знают об этом ужасном правиле. Поэтому они идут на одну хитрость – фотографируют несчастных песиков и кошечек, а затем выкладывают эти снимки в социальных сетях. В постах они пишут, что животные обречены. Если за ними не прийти сегодня, то завтра они будут мертвы. Так поступили и в этот раз. На фотографии за решеткой находится несчастный песик. Он напуган, глаза его полны печали и слез. Ведь никому не хочется умирать. Снимок быстро разошелся по сети. Много добрых людей откликнулось. Волонтерам поступило сотни звонков и писем. Все хотели забрать несчастного себе. В день, когда песика собирались усыпить, за бедолагой приехали и забрали его к себе новые хозяева. Очутившись на воле, собака радовалась, как маленький щенок. Она обнимала и облизывала своих спасителей. Теперь собаке не грозит смерть. Животное обрело свой дом, новую любящую семью. Пес теперь сыт. В его глазах уже нет печали и грусти. Животное радуется каждому дню, проведенному со своими хозяевами. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.